Глава города Шадринск в очередной раз оценил ход работ по благоустройству набережной реки Исеть. Напомним, этот проект стал победителем всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые города», получив на реализацию федеральный грант в сумме 85 миллионов рублей. Шадринская компания уже практически завершила возведение подпорной стены, смонтировала ограждение и приступила к облицовке гранитной плиткой. Одновременно с работами по обустройству подпорной стены екатеринбургское предприятие «Благострой» занимало монтажом подземных коммуникаций. Первым и важным шагом в создании комфортных условий стала прокладка ливневой канализации, которая позволит дождевой воде стекать не в реку, а в центральную систему водоотведения. Для прогулок в темное время суток на набережной предусмотрено освещение, линии которого также заблаговременно были проложены под землей. Мы сейчас прогулялись с подрядчиком, картина меняется ежедневно, идет благоустройство уже плитки. Работают у нас здесь, напомню, два подрядчика, это наше предприятие Дон и Благострой, город Екатеринбург. Сейчас мы разговаривали с тем подрядчиком, который занимается непосредственно благоустройством. Эта плитка уже ближе к улице Володарского. У нас разбита велодорожка, дорожка для прогулки. То есть работа идет по графику. Подрядчики обещают закончить благоустройство до 1 октября. С 1 октября займутся установкой малых архитектурных форм. Это ориентировочно на 2 недели. В настоящее время ни одна современная набережная не обходится без фонтана. Для него также проведен водопровод и установлены необходимые подземные камеры. Что касается самой чеши, то она уже закуплена подрядной организацией и в скором времени ожидается ее поставка. Еще одним украшением Шадринской набережной станет ротонда, которая также уже в пути. По словам представителя подрядной организации, в настоящее время размечены пешеходные и велосипедные дорожки, места отдыха. На площади у скульптуры Архангела Михаила уложена тротуарная плитка, рабочие подготавливают основания для укладки плитки в других частях набережной. На сегодняшний день трудности с задержкой. У нас Дон вот заканчивает вот эту еще одну смотровую площадочку. Завтра они обещают его сдать, и они приступят к работе. То есть сегодня у него работают 19 плиточников, которые ложат плитку. В резерве еще 15, и они готовы перейти в круглосуточный режим работы по укладке плитки. Поэтому здесь задержка за подпорной стеной. Подпорная стена у нас вот завтра, фирма Дон обещали им сдать этот объект, и они уже начнут его благоустраивать. Отметим, что проектом также предусмотрена детская площадка, скейт парк, скамьи для отдыха, газоны, велопарковка и скульптура «Петр и Феврония».